Привет всем, друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и сегодня расскажу вам о том, как транслировать звук с одного персонального компьютера на другой. Не поймите меня неправильно, речь идет не о домашних локальных сетях, а именно о трансляции звука. То есть одно дело, когда вы расшариваете свои мультимедиа-данные, видео, фильмы, документы, и совсем другое дело, когда вы транслируете звук с выбранного вами аудиоисточника. Зачем мне это потребовалось? Но сегодня была острая необходимость транслировать звук с одного компьютера на другой посредством виртуальной аудиокарточки. Не знаю, какие сценарии использования будут у вас, но в любом случае искал ответ в Google, нашел очень мало информации, пришлось додумывать самому. Итак, предлагаю вам свое решение. Возможно, вы тоже задавались подобным вопросом для начала демонстрации. Итак, обратите внимание, здесь звук отключен. Это мой ноутбук. Это стационарный компьютер. И, в принципе, колонки подключены только к нему. Итак, как я уже сказал, звук выключен, но давайте запустим проигрыватель. Получается, звук с медиаплеера транслируется прямиком на аудиокарточку второго компьютера. При всем при этом можно ограничиваться не только встроенным проигрывателем. Абсолютно любое приложение плюс системные микшеры и все ваши аудиоканалы можно транслировать на второй компьютер. Поэтому не задавайте в комментариях глупые вопросы, для чего это нужно. Если вы смотрите это видео, вы нашли его не просто так. И теперь я вам покажу, как это все настроить непосредственно со своего компьютера. Так, начнем. Итак, друзья, я заранее извиняюсь за качество звука, поскольку мне приходится записывать с Bluetooth микрофона. Мой стационарный микрофон, что-то случилось с мембраной, он сейчас записывает очень плохо. Итак, давайте посмотрим, что от нас потребуется. Во-первых, скачать дистрибутив программы, он весит до смешного мало, всего-навсего 1 мегабайт. Причем в этом архиве у нас имеется и клиент, и сервер. Разумеется, на компьютере, на котором мы будем запускать сервер, на нем, собственно, и будет воспроизводиться музыка через выбранный аудиопоток, и уже позже будет подхватываться вторым компьютером, куда мы поставим клиент. Давайте посмотрим на интерфейс программы. Он очень простой, кстати, она полностью поддерживает русский язык. И давайте посмотрим, в данный момент идет трансляция звука. Но так как у меня системно звук на нуле, то есть никаких звуковых уведомлений на компьютере нету, поэтому и звук, собственно, не записывается. Но при этом сервер работает, и мы видим одно подключение. Причем в плане количества подключений ограничений никаких нет. То есть если вы хотите сделать какую-то презентацию, допустим, да, или вам надо как-то разослать сообщение, вы можете подключить несколько человек, и никаких проблем не будет. Во-первых, выбор языка, основное. Раздел «Справка», где вы можете посмотреть сайт программы, информацию о ней, кстати, ссылочка будет на скачивание в описании под видео, и настройки. В настройках вы выбираете тот самый стереоканал, который вам нужен, то есть, собственно, источник. Это может быть система, это может быть микрофон, подключенный к компьютеру, это может быть моя виртуальная карточка, виртуальный аудиокабель и, в принципе, стереомикшер, тот, что я вот использовал при демонстрации. После чего вы применяете и можете поставить программу на автозапуск, и чтобы она автоматически сворачивалась в трей. То есть, в принципе, включаем, и сейчас я подключусь на втором компьютере к нашему только что созданному потоку. Мы видим, произошло сопряжение, теперь весь звук, который я буду транслировать, он будет передаваться на другой компьютер. И, естественно, нужно дать доступ в фаерволе, то есть эта программа должна иметь доступ в интернет, и также дать ей свободу в брандмауэре Windows. И теперь мы перемещаемся на клиент и посмотрим, как это все работает. Итак, не уходите. Итак, пошла запись. Это компьютер с Windows 8, так что да, она совместима с Windows 7 и Windows 8, также работает и на XP. Единственное, что я прослушал звук, который был на записи, ну, честное слово, я постараюсь максимально улучшить его качество. Здесь также забавный случай, то есть если на ноутбуке у меня имеется проплаченная программа, которая записывает в хорошем разрешении, в хорошем качестве, лицензия распространяется на один компьютер, поэтому на Windows 8 я использую фриварную программу. Но самое главное, в принципе, вот так вот выглядит у нас клиент. То есть, в принципе, такой же логотипчик. Мы его запускаем, после чего заходим в настройки. Также выбор языка, единственное, что отличается настройки. Здесь мы вбиваем IP-адрес, который у нас находится на, в принципе, сервере. И выбираем просто, через что будем воспроизводить. То есть у меня имеется монитор Philips, у меня имеются там колонки внешние, почему-то определяются в винде как наушники, надо просто подправить конфиг файл и, в принципе, ну, специальный плагин для обработки звука и цифровое аудио, это другой коннектор, это наушники уже, кстати.
Вот. И в принципе, ну что, ну, видимо, уже идет подключение. Если сейчас я перейду на другой компьютер, включу музыку, то, в принципе, давайте мы здесь запустим микшер, чтобы просто посмотреть движение звука. И как раз таки на втором компьютере я включу звук. Ну вот, обратите внимание, скачет ползунок, то есть звук транслируется именно вот по этой вот программке. На самом деле все очень легко и просто. Клиенту также нужно дать доступ в интернет, то есть чтобы Firewall его не блокировал и брендмал Windows тоже не докапывался. В общем и целом это все. Еще раз прошу, не минусуйте за качество, ставьте палец вверх. Если ничего не сделаю с микрофоном, разумеется, куплю завтра новые. Пока и до скорых встреч.